Где проехать 1 мая? В праздник весны и труда перекроют движение на центральных улицах города. С 9:30 до 15:00 для транспорта будут закрыты дороги по маршруту. Улица Карла Маркса, Шереметьевский проспект, проспект Ленина. В это время там будут проходить шествия, легкоатлетический пробег и веломарафон. Основные маршруты, которые проходят по этим улицам, они будут разбиваться на две части, то есть подвозить к местам разворота. Те маршруты, которые смогут объехать, это в основном там, которые идут с Богдана Хмельницкого, будут приезжать по улице Багаева там и Кузнецова, Большая Воробьевская. В остальные выходные дни транспорт будет работать в штатном режиме.